книга пророка Иеремии, глава 24. «Господь показал мне, и вот две корзины со смоквами поставлены перед храмом Господним. После того, как Навуходоносор, царь Вавилонский, вывел из Иерусалима пленными Иехонию, сына Иоакимова, царя Иудейского, и князей иудейских с плотниками и кузнецами, и привел их в Вавилон. Одна корзина была со смоквами весьма хорошими, какие бывают смоквы ранние, а другая корзина со смоквами очень плохими, которых по негодности их нельзя есть. И сказал мне Господь: «Что видишь ты, Иеремия?» Я сказал: «Смоквы хорошие, очень хорошие, а плохие, очень плохие, так что их нельзя есть, потому что они очень нехороши». И было ко мне слово Господне: «Так говорит Господь, Бог Израилев: подобно этим смоквам хорошим я признаю хорошими переселенцев иудейских, которых я послал из этого места в землю халдейскую, и обращу на них очи мои во благо им, и возвращу их в эту землю, и устрою их, а не разорю, и насажду их, а не искореню, и дам им сердце, чтобы знать меня, что я Господь, и они будут моим народом, и я буду их Богом, ибо они обратятся ко мне всем сердцем своим». А о плохих смоквах, которых и есть нельзя по негодности их, так говорит Господь: таким я сделаю Сидекию царя Иудейского, и князей его, и прочих иерусалимлян, остающихся в земле этой и живущих в земле египетской, и отдам их на озлобление и на злострадание во всех царствах земных, в поругание, в притчу, посмеяние и проклятие во всех местах, куда я изгоню их, и пошлю на них меч, голод и моровую язву, доколе не истреблю их с земли, которую я дал им и отцам их».